Привет всем! Вы на канале Позитивный Огород. Пришли мы убирать сегодня лук Exhibition и ялтинский красный, который рос у нас вот так вот ряд в ряды. Один ряд вот был ялтинского красного и ряд вот Exhibition. Вот такая вот луковица выросла ялтинского. Вот такая вот она большая. Вот смотрите, какая. Такой вот он плоский. Потому что у нас надвигаются дожди. И нужно его убирать. Вот такая вот крупная луковица ялтинская. Вот следующая. Вот у нас следующая пошла у нас луковичка. Тоже, в принципе, видите, какая крупненькая. Вторая. Вот она пошла у нас. Третья. Такая вот третья. И теперь убираем лук Exhibition. Вот такой вот лук Exhibition. Тоже он крупный. Вот такая вот луковица. Exhibition одна. Вот она следующая. Вот она вторая. Такая же вот крупная. И сейчас весь ряд так пройдем. И вырвем. Потому что у нас погода будет портиться. И лук может замокнуть и начать гнить. А так мы его положим в такое сухое место на крыше. И у нас вот эта шейка пересохнет. И лук будет хорошо храниться и долго. И вот убираем следующий ялтинский лук. Тоже тут большие такие луковицы наросли. Такая вот луковичка красная. Смотрите, какая. Такой вот лучок. Такие луковицы. Крымский лук. Вот этот тоже. Такой же, даже уже начала трескаться. Такой вот крупненький лучок. Ну вот такой вот лук Exhibition. Вот если спичечный коробок, то вот такая вот в сравнении с ним луковица. Это у нас лук был посажен в два ряда. Ну, в принципе, вот такие вот крупненькие луковицы. И пошел ялтинский красный. Тоже вот такие вот луковички. Ну, где-то меньше, где-то больше. Ну, в целом, не совсем уж плохой. Какой-то покрупнее, какой-то помельче. Здесь прям вообще шикарные луковицы. Сейчас здесь его обрежем. Такой вот плоский, сладкий крымский лук. Ну, в целом, неплохой урожай. Первый год его садили. Вот такой вот лучок нарос. Тоже интересный лучок. Очень-очень красивый. Ну, конечно же, вкусный. Ну, вот такой вот урожай ялтинского лука. Это самая крупная луковица. Такая вот симпатичная. Такая вот крупнючая. Это у нас ялтинский. И сейчас, конечно же, покажу, какой Exhibition. И вот такой вот лук Exhibition. Это, повторюсь, Exhibition только с одного рядочка. Такой вот крупненький. Ну вот, разложили весь лук на крыше. Здесь и не жарко будет. И, в общем, и от всяких осадков все защищено. Будет он лежать здесь и сохнуть. Вот такой вот лучок. Ялтинский Exhibition. Тот, который раньше Exhibition убирали, мы его оставили на еду. У нас он в сенках лежит.
Ну а всем тем, кому данное видео было полезным, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости. И пока-пока. До новых встреч. Всем самого-самого наилучшего.